Югра вновь проиграла в Красноярске. Накануне в рамках регулярного чемпионата подопечные Вадима Ипанчинцева сыграли выездной матч против «Сокола». Эта игра не порадовала изобилием заброшенных шайб. Первое взятие ворот пришлось ждать до середины второго периода. Притом команды не стали томить зрителей ожиданиями и отличились с интервалом в 2 минуты. На шайбу хозяев моментально ответил Игорь Швырев. Единицы на табло горели до конца основного времени матча. Исход поединка решился в овертайме. Богдан Потехин забросил шайбу и нанес Югре поражение. Итог матча 2-1. На выезде Югре предстоит еще один матч, но уже в Норильске.